Алло. Алло. Да-да. Здравствуйте. А Марина не можно? Нет, не получится ее услышать. Кто это? Что еще раз? Кто вы? Я представитель Альфа-банка. Нет, не получится услышать ее. Ой, это не ее номер уже? Нет, это ее номер. Что сработала переадресация, и вы попали в компанию, клиентом которой она является. А что за компания? Юридическая организация. Общество с ограниченной ответственностью. Алям, да. Хорошо, я могу с вами, да, поговорить тогда? Запросто. Меня зовут Дмитрий Алексеевич, вас как зовут? Меня зовут Дмитрий Евгеньевич. Как? Дмитрий Евгеньевич. Дмитрий Евгеньевич, скажите, пожалуйста, получается, Марина, ваша клиентка, она не согласна с условиями своей задолженности или в чем проблема? Проблема в том, что у человека наступила трудная финансовая ситуация, которую она предвидеть не могла. В связи с этим она не способна выполнять условия договора. И, собственно говоря, это основная причина. То есть она просто попала в тяжелую ситуацию, да, по ее версии? Ну, скорее всего, вы правы, да, версия это ее, не моя. Я имею в виду с ее слов. Смотрите, а то, что у нее есть автомобиль, то, что у нее дорогая жилплощадь, да, то есть где она сейчас проживает на данный момент, то, что у нее есть ипотека, которую она платит. Ну, это же не залоговое имущество. Нет, я имею в виду про то, что у человека на самом деле в жизни все нормально. Ну, знаете, это оболочка, все может быть по-другому, сами понимаете. Не, ну смотрите, когда человек едет на автомобиле, как вы считаете, и автомобиль не кредитный, это оболочка? Сложно комментировать, человек имеет на это полное право, и в то же время имеет полное право делать свой шаг в сторону своих кредиторов, а именно... Вы же понимаете, не просто так человек не платит, да, то есть в банк отправлены письма от ее имени, где излагается ее ситуация. Автомобили, квартиры – это эмоции, к делу не пришьешь, как говорится. А шаг клиента нашего, ну и вашего, в том числе, с делом первую, да, в вашу сторону, ваша задача либо ответить, либо проигнорировать. Шаг какой? Целью рефинансирования или что? Какой? Ну нет, мы, понимаете, ну грубо скажем, если грубо выражаться, человек прекратил... Да. Выполнять условия договора. По закону, да, что договор должен... расторгнут. Договор расторгнут Мариной Николаевной. Выставлена вся сумма долга. Она зафиксирована. Но вы ошибаетесь. Такого не может быть расторгнут. Мы, кстати, к этому стремимся очень сильно. А раз договор... Я ошибаюсь, Дмитрий Евгеньевич. Он уже давно расторгнут. Поверьте, я более чем не ошибаюсь. Нет, да, я же не утверждаю, что вы ошибаетесь, либо у вас вы какая-то информация. Сказали, я ошибаюсь. Я просто с точки зрения закона. Никакой договор не может быть расторгнут без соглашения хотя бы одной стороны. Такое может произойти только по решению суда, если какая-то, да, сторона не против. Хотя я вам заявлю... 811 статью Гражданского кодекса, Дмитрий Евгеньевич. Да, там написано, что договор в одностороннем порядке может быть расторгнут. Ну, и а это имеется в виду, да, но это фраза. Вы слушаете? В одностороннем порядке может расторгнуть. Но только по решению суда. Вы не читаете заголовки, вы глубже. Хорошо. Да. Хорошо, Дмитрий Евгеньевич. Так мы не против. Не-не-не, мы не против, что договор расторгнут. Выставляете окончательное требование, мы и сами к этому стремимся. Так он расторгнут, я вам сейчас говорю, он расторгнут. Ну так, а в чем дело? Мы очень рады, мы к этому стремимся. Значит, наши письма возымели действие. Да, после этого... не в ваших письмах. Это система, которая работает автоматически, договор расторгается на 91-й день просрочки, понимаете? Отлично, отлично, это автоматически. Теперь нужно что сделать? Вы хотите получить сумму, да? Выставляете окончательное требование и, пожалуйста, исковое заявление в суд. Мы вас там будем встречать. Вот и все. То есть только через суд, правильно я понимаю? А как по-другому? Еще раз повторю, та статья, которую вы упомянули, она дееспособна только в формате судебных разбирательств. Не может ни один, не обязательно банк-кредит, банк и человек, не обязательно. Это любой договор, он не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Просто взял и расторгнут. Он может быть, человек может перестать выполнять условия договора, но это нарушение. Понимаете? Смотрите. Да. Это нарушение. И в связи с этим нужно в суде эти моменты урегулировать. Я не буду с вами мериться, да, знаниями. Нет, я же не пытаюсь мериться, я констатирую факты голые, я не пытаюсь тут выдумывать что-то. Это вот голые факты, это законы.
Дайте я скажу, пожалуйста. Да, конечно, извините. Смотрите, Дмитрий Евгеньевич, факты в том-то и дело, что против вас. Вы говорите одно, а на действие другое. Вы говорите, в одностороннем порядке договор не может быть расторгнут. Это да, может быть, но только по решению судьи. Нет решения суда, понимаете? Нет решения суда, договор расторгнут. Да это вы так решили. Значит, вы не правы. Поверьте моему 10-летнему опыту юридическому. Подождите, вот вы говорите, не может быть договор расторгнут. Ну, расторгни, хорошо, я с вами, все, давайте, вот это не будем, это сейчас не имеет никакого значения. Все, вы решили, что он расторгнут, это ваше право так думать. Далее что? Далее, вот сейчас есть требование к ней погасить полностью задолженность. Она его не выполняет вот в таком формате. Она его не выполняет, да, отказывается. Далее, мы либо подаем в суд, вот. Это наше право, не обязанность. Конечно, либо мы продаем этот долг. Прям кричим изо всех сил, давайте в суд. Вот сейчас, если мы установим реально, что есть смысл подать на нее в суд, может быть, автомобиль у нее, грубо говоря, там реально до сих пор есть. Да. И можно будет через него взыскать данную сумму. У нее в собственности, конечно, это предмет роскоши, само собой. Да. То есть, если реально все установится, мы подадим в суд без проблем. Сумма а если вы не подадите, что будет? А если мы не подадим, мы просто продадим этот долг, согласно 382 статье гражданского права. Это ее имущество. Никто не может быть лишен имущества, кроме как по решению суда. Это закон. Я вам сейчас процитировал статью. Знаете, договор сессии. Договор, так это договор сессии — это передача прав, требования по кредиту. Ну, причем есть имущество моего должника. Моего клиента. Вы меня слышите вообще? Вот я вам говорю одно, вы меня вообще не слышите, по-моему. Нет, вот, вы сейчас сказали, начинаете нервничать, потому что вы запутались. Да, потому что вы меня не слышите. Я не запутался, Дмитрий Хорошо, Евгеньевич. Хорошо, я смотрите, буду сказать, прямо молчать и вас слушать. Выслушайте меня, да, выслушайте меня. Вы сказали, что мы будем делать. Я вам сказал, первый вариант. Подаем в суд, если реально там есть имущество и так далее. Если мы не подаем в суд, то есть второй вариант. Это переуступка прав требований по договору цессии. Вот это второй вариант. Я надеюсь, вы переуступите право требования кредитному учреждению, а не ООО какому-нибудь, если вы понимаете. Это мы уже не знаем. Это кто откликнется, понимаете? Так, я вам сообщу, что если будет ООО какое-нибудь, то у него никаких шансов в суде нет. Он попадает. То есть вы это ему продадите долг, это его понимаете? Проблемы будут. Ну да, конечно, нам какая разница, нам главное наши деньги получить. Так это вообще, это шикарное стечение обстоятельств для нас. Если к нам придет какая-нибудь ООшка дебильная и скажет, что мы купили долги, мы скажем, шагом марш, пишите там иск, а мы его элементарно... Нам это неинтересно, понимаете, нам главное получить свои деньги. Ну просто вы сейчас планы свои скрыли. Ну, ради бога, я знаю, как действуют банкиры. Это понятно, это очевидно. Но это крайне редко случается, потому что дураков сейчас на белом свете очень мало и не выкупают долги. По договору, по агентскому вы можете передать, но это просто аутсорсинг, это ерунда полная. У нас каждый день долги продаются по 30 Ну, так это только нас обрадует. Если вы продадите, прям реально вы при своих интересах останетесь, а нам, простите, очень сильно ситуацию. Наш клиент вообще тогда никому ничего. Так-то мы через судебного пристава выведем комфортному платежу, и он будет... Мы же не говорим, что наш клиент отказывается. Выведем комфортному платежу, это прям такая фраза. Может быть, это весело, но судебный пристав должен в первую очередь смотреть не на сумму долга, а на возможности должника и вставать на сторону более слабой, менее защищенной стороны. Это я вам сейчас инструкцию прочитал официальную. Да. У нас здесь в отделе работают бывшие судебные приставы, да, и так далее, люди. Приставы? Ну, у нас в отделе работают бывшие судебные приставы. То есть мы с ними тоже консультируемся, потому что некие моменты спорные возникают. И вот то, что вы сейчас сказали, вот если бы я хотя бы приставу сказал... Нет, я понимаю, сказал, да, что они вам могут сказать. Это в том случае, если человека не защищают. На нашей стороне, понимаете, в любом случае, на нашей стороне. Так нет, если не человек сидит и молчит, условия, то ничего не произойдет. То есть, естественно, будет то, что удобно и выгодно банку и судебному приставу. Потому что банкиры лоббируют исполнительное производство, это ясно. Но... А почему пристав должен должнику навстречу идти? Да ему... Нет, пристав – это лицо немотивированное с точки зрения закона. Человек на окладе, там, на какой-то премии. И ему очень важно быстрее избавиться от рутины. Для вас же не секрет, что у них там папки этих документов, и поэтому они к вам ушли из этой ужасной работы. Им чем меньше возни, тем лучше. Он может закрыть исполнительное производство в связи с отсутствием либо недостаточностью официального источника дохода. Да, а потом можно у него в прокуратуру написать, обжаловать. Ну, конечно. Это само собой, это право. Это называется истинно-состязательный процесс. Да. И мы готовы к нему. И мы за нашего клиента, естественно, будем бороться. Прокуратуру за что написать? За то, что у человека, допустим, не хватает официального источника дохода и пристав
взыскивает только то, что может, либо вообще... Ну, это все официально надо узнавать, хватает ли у него или не хватает. Так понимаете? Нет, понимаете, человек может ногти красить или фотографировать нелегально, да? Ну, то есть получать неофициальный доход. Это эмоции. Вы знаете, как наши депутаты, на чем ездят, на чем летают? Вы знаете Мавроди, да, которого миллиарды, а он ничего не платит, а должен всей стране? Да потому что нечего взять в официальном формате. Я, конечно, не претендую на такие уровни, но в нашем случае это практика. 500 рублей, 1000 рублей в месяц через судебного пристава – это совершенно спокойно реализуемо. Вот. Ну, хорошо. Да-да-да. Я такого на практике не встречал, конечно. Ну, может быть, и встретите, вот с этим клиентом увидите. Если, конечно, знаете, клиент будет грамотно все делать, то, что мы говорим... Люди вам доверяют свою судьбу, да, и платят вам деньги за то, что вы представляете. Конечно, конечно. Но это удел юристов. Не пытаются скрыться от закона, правильно? Ну, само собой. Ладно, спасибо вам большое за информацию. Не за что. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания.